Казалось бы, недавно отремонтированная дорога не должна вызывать проблему у автомобилистов. Однако теперь здесь появилось искусственное препятствие в виде глубокой ливневки. После ремонта на новом асфальтовом покрытии появилась ливневая канализация, но решетки на ней значительно ниже уровня дороги. Каждый день езжу на работу. Раньше хотя бы дорога была плохая, а сейчас дорогу сделали, а ливневка ужасная. Ездишь и подпрыгиваешь, всю подвеску убиваешь на машине. Первый раз, как только открыли дорогу, поехала с ребенком с садика. И так подлетели на этой ливневке, что ребенок даже чуть с кресла не упал. Надо что-то с этим делать. А есть ли толк от самой ливневки? Решетки забиты песком и мусором. Данный участок автомобильной дороги, он еще не принят. По поводу разного уровня решетки ливневой канализации заказчикам вынесено предписание в адрес подрядной организации. Подрядчик будет поднимать, вводить уровень с проезжей части делать и прочистить ее от инертных материалов внутри ливневой канализации. Вообще полностью ремонт ливневой дороги по улице Павлова будет закончен до 1 сентября. В том числе и данные замечания тоже будут устранены в полном объеме. Юлия Туманова, Жаргал Арденеев, телекомпания АТВ.